На дворе 8 марта, мы отправились тоже вечерком отметить. Народу просто везде, очень. Везде, вот то, что народ сидит, это значит, проход только по очереди, специальные эталоны берешь. Ну, как везде сейчас. Наверху табло, номера высвечиваются. Очередной номер. Но можно прям сразу засканировать код вместе со своим талоном и сразу же оформить заказ, чтобы не ждать потом. Здесь есть меню, но все в телефоне. В телефоне в электронном виде выбираешь, просто все заказываешь, уже начинают готовить. Ты только сел, начинают нести. Вы видите, Злата как раз выбирает в телефоне. Злата выбирает, оплатить уже мне. А это наш главный заказчик на сегодняшний день. Подошла наша очередь. Йоу-йоу-йоу, народу целая куча. Смотрите, какие вкусняшки. Идем дальше. Вот он пустой, это наш стол. Сразу нам принесли посуду. Распаковываем ее, чайничек с чаем, аперитивчик, и выдали одну бабушку и одну девочку, и 4 палочки, и жену, и собаку, и палочки. Вот наш счет, смотрите, что мы взяли, вот это, очень все вкусно, я надеюсь, вы поняли. И заплатили всего 335 миллионов 0 тысяч. Ну что, начали нести потихонечку. Я налупился первый. Готов. Вообще, знаете, если честно, кто познакомится с китайской кухней, потом это уже как, не знаю, как болезнь. Постоянно уже всю жизнь тянет китайской кухней. Даже когда мы жили в России, через какое-то время мне очень хотелось просто поехать и поесть китайской кухни. Для жителей западных регионов, ну, для кого там Турция ближе и так далее, это непонятно. Но стоит один раз попробовать по нормальную кухню, остается навсегда.